посмотрите, пазыка. Ну, это прям очень секретка. Обратите внимание, как выглядят посиделки Карумана и Маслория при совместном просмотре данной трансляции. Вот так вот выглядишь, смотря. Вот. Вот, пожалуйста, вот так. Там один Маслория сидит, а с другой стороны Каруман. Вот так вот они сидят и смотрят трансляции, смотря. Да, сука. Дам-дам-дам-дам-дам-дам. Это секретные фотки, дурак. Это 2003 был. Да, 2003 год, чел. Это был 2003. Я могу еще одну сейчас секретку показать. Хочешь еще одну секретку посмотреть? Я могу еще одну секретку показать. Вот такую, смотря. Вот, смотря. Только одну и все. Это секретка. Вот. Смотри, секретка. Да-д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 а. Это одна секретка. Все, больше секреток не будет. Вот, смотря. Это секретка. Главное, Дубадок, то, что к ты сожалению, думаешь, что ты не прав. Трансляции сохраняются на Бусти, но не деда, а Трич ТВ. Кстати, что там с Мадиатой Трича, штанами бати и возвратом 0 тысяч, потраченных на инвалидное кресло? Я проверю насчет сохранности трансляции. Пасеки, если сейчас узнаете, кто на этом фото, то вы, значит, знаете меня очень давно. Сейчас я покажу, да, кто на этом фото. Каруман должен знать. И Ромка, и Кларк должен знать, и Каруман точно должен знать, кто это, смотря. Вот сейчас это прям очень секретно, только ему не говорите, смотря. Опа, кто это? Это кто? Пасеки, это кто? Не говорите, буду рассказывать секретка. Секретные данные. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Это кто, пасеки? Это кто? Это кто? Кто это? Это я просто в своем старом архиве нашел. Тут у меня паспортные данные все его. Вот, мы когда этот оформляли что-то там, я не помню, что, блин. Он мне скидывал, да. Это у меня, смотря, это тоже такой старый, блядь. Ну, это уже все, это выделили уже все, смотря. Это страшилка. Вот такая у меня, помнишь, твич такой был? Да-да-да-да-да. Еще 20 тысяч подписчиков у меня на Твиче было. Это я только начинал стримить на Твиче. Еще 20 тысяч было, да. А потом у меня 600 тысяч было, когда забанили. Это вообще, это все видели уже. Это не секретка даже. Это не секретка. Это старинка, это все видели, да. Это не секретная фотка. Это вообще, это я хуй знаю, кто это. Брэд. Это не секретка. Да, да, здесь секретности вообще никакой нет, старая. Хочу передать привет модераторскому составу старичков. Рома Келарк, Витенька, Каруман, Максимка, Маслари. Уричу привет не передаю. Фоткаю. Дедушка, сейчас, тебе сейчас моя сфот... бесконечная любовь. Хейтеры, сосите хуй добра. Сейчас, пани, зафиксирую. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да, сука. Вот да, все да, в чате да, рофлят. Да. И часто пишут, что ты женщина. А по факту это и так видно по твоим детским женским фоткам. Ебан. Талия как у женщины. Да, позорище. Да-да-да-да-да-да-да-да. У меня талия как у женщины. А, то что я накачанный пох. Сейчас покажу секретку. Сейчас. Только это последняя на сегодня. Все. Смотря. Это секретка. Секретка. Да-д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 а. Опять пена, где твои фото? У меня нету моих. Я так, я особо не фоткаюсь, пасеки, честно. У меня нет моих фото. Я потом пофоткаюсь там. Я просто не люблю фоткаться, у меня только пена есть. Да, я не фотогенетичен, то есть, ну, я не фоткаюсь, да. У меня одна фотка, вот она есть, статика, вот, да, вот такая моя. Ну, я считаю, я здесь получился идеально, и смысла перефоткиваться никакого нет, поэтому зачем другие фото, если есть вот это, я не понимаю. Я здесь получился идеально, лучше не сфоткать, поэтому смысл фотографироваться. Правильно, правильно.